you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Север Ролиплей. Мы не Кирилл Путбуль, и сегодня займемся тем, что привезем продукты в мой бизнес. Как кто не видел, в предыдущей серии я купил себе бизнес. Правда, я не понял даже, что это за бизнес на самом деле. Вот, серьезно, хоть убейте, ебать. Я так и не понял, что там в середине, Б-панель. Что вообще у Максона? Хрен пойми, что это в магазине, зато это будет интересно, думаю, вам. То, что, как бы, ну... Я сам еще не знаю то, что там находится. Серьезно, я купил и не заходил в свой бизнес. Лол. Только я так могу, конечно. Ну, зайдем обязательно, когда я продукты привезу. Так, Мерседес нас ставим. Бизнесмен приехал, так. Надо устроиться на работу разводчика продуктов, потому что, я думаю, по-иному нам никак продукты не привезти. Так, разводчик топлива, разводчик продуктов. Вы успешно устроились, вас успешно приняли работу. Хорошо, спасибо. Теперь я не безработный. Давай, открывайся, кличка моя. Так, куда нам вообще ехать? Далеко? У меня, по-моему, на GPS отмечено. Ого. Аж в Арзамас нам пиляшить. Ну ладно, сейчас доедем. Так, вот я уже доехал. Вот сюда, да? База разводчиков. Машины, я понял, сзади стоят. Так, я взял грузовик, а что дальше делать? Я не понимаю почему-то. Сейчас давайте поедем туда, наверное. А, вот. Для списка заказов. А как заказать? А, я понял. Подъезжаешь, тут пишешь ордер, условия контракта, рабочий онлайн, заказать продукты. Закажем 3000 продуктов. Окей. Так, теперь пишем плист. И берем наши продукты. Все показывается просто. Я просто тупил. Чувак тоже не знал, кстати, как это делается, но я разобрался. Я разобрался сам, в принципе. Лист. Принять. Все. Поехали. Так, мы уже доехали до Южного. Сейчас уже заезжаем. А как их выгружать? Вот в чем вопрос. А, там только на чекпоинт, наверное, будет подъехать просто. И все. Ну, я так думаю. Я так надеюсь. Там команды их не было, кроме плист. Вот этот. Лист, хуист, блять. Кроме этой команды в работах ничего не было. Я так думаю, на чекпоинт просто подъехать. И все. И все решится. Так, красный. Перестроимся. Какая-то тёлка, блять. Хуёлка. Что-то рифмы сегодня брут, пацаны, да? Газон. Цвет, кстати, прикольный, такая мордашка. Советский, блядь, аппаратно. Обратно красный-то, ёпт его налево. Вот это что, название нельзя менять? Меня реально бесит. 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 Сука. Вот, проходит набор в ЧОП. Нихуёво так. Можно в ЧОП пойти? Слышите, пацаны, в натуре. Давайте в ЧОП ебанём. Похуй, ладно, сюда проедем. И что делать? А, все? Вот это и все? Вот это и все? Серьезно? Серьезно? Ну ладно, что? Нормально. Давайте скриншотик сделаем. Ну, в принципе, на этом у нас все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на сайт и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.